Привет! Сегодня понедельник. Теперь 6 часов вечера. И такая красота. Поспешила снять пораньше, потому что, вот видите, заходят такие тучи, и все закроет на солнце. Сегодня день был прекрасный, ну прекрасный день, плюс 14-15, маленький ветер и солнышко с утра. Было очень красиво. У меня перестановка уже. Мы же принесли качелю домой. На зиму не оставили во дворе. Вот. И... знаете, очень хорошо, приятно так сидеть в тепле. Вот цветочки мои. Тот цветок еще очень красивый. А вот про этот я говорила вам. И он уже у меня начинает болеть. Все, наверное, кончится. Вся красота его кончится. Как жалко, но видно, это уже слишком долго было, все было красиво, все лето радовало, и даже осенью, полтора месяца осени, ну вот какой красивый он, вот видите, какой приятный цветок. И этот еще цветет. Да. Ну вот я присяду. И вот так. Закат будет красивый, но скоро закроет солнце. Так вот. Желаю вам приятного вечера. Хорошего отдыха после работ. Наслаждайтесь хорошим солнечными днями, потому что потом придет дожди и ничего этого не будет. Вот. Я вас на качели качаю. Солнце уже прячется. Угу. Сегодня очень много ко мне синичек приходило. А мы уже и сало для синичек повесили. Уже они ищут везде, где что спрятано. И батон положила им кусочек. Так, ой, какие они быстрые, шустрые, все они находят. Я только положила, они сразу прилетели и начали кормиться. Вот такая красота. Как красиво, как жалко, когда все кончается. Все, и день красивый был. Сейчас солнышко спрячется. Тучи такие от моря. Вот там тучи от моря идут. Уже такие синие. Ой, как закроется сейчас все. Вот. Вот видите, такая полоса идет. Ну, погода была хорошая сегодня, классная. Вот когда хотела, чтобы было на выходные, так нет. Вчера у нас был дождь весь день. Только вечером увидела на закате солнышко в 7 часов. А так весь день лил дождь, сидели дома. Хотелось куда-нибудь поехать, но куда там? Под дождь.
Уже солнышко прячется, уже тучи заходят. Ну что, все? Успела я солнышко снять. Ой, самолет летит, как низко. Чего себе. Первый раз вижу так низко. Сделал круг. Все, ребята, всем хорошего вечера, мира и добра. Всем отличного здоровья, самочувствия, не болеть. Смотрите, чтобы были здоровыми. А у меня самое горло сейчас так хрипло немножко. О, вот прячется солнышко. Прячется. Вот. Все, сошли тучи. Но мы успели сегодня с вами снять. И какие тучи. Синие, такие темные. Ой-ой-ой. Все, пока-пока.